Привет, друг. С тобой Эван. Мне сегодня 20. И, как вы поняли, это видос с дня рождения, где мы будем путешествовать по всем серверам. И надо изменить одну детальку. Мега-ютуберский переход. Видишь, этот колпак капец какой большой. Он даже не влазит в кадр. Я смотрю просто по Apple Watch. Вот. Я надеюсь, тебе этот видос понравится. Обязательно поддержи его лайком, напиши что-то в комментариях и подпишись, конечно же, на канал. А мы начинаем. Ну что, пацаны, первый сервер, на который я зашел, это же, конечно, Smotr Rage. Вот, я надеюсь, я где-то там буду влево в углу, или вправо вверху, или посередине вообще. Короче, что же мы будем сегодня делать? Как вы знаете, я не транжира, деньги никуда не выбрасываю. Иногда даю там новичкам, не новичкам, иногда конкурсы делаю, как всегда делал на день рождения, вот. Но сегодня у нас будет совсем не то. Я решил сделать себе один день в году, в котором мне будет пофиг совершенно на деньги, я буду делать то, что я захочу. Конечно, я так сказал пафосно, пофиг на деньги, но у меня-то денег особо-то и нет. Вот, поэтому мы, как вы видите, едем в казино. Я одел колпак для удачи, и мы будем пытаться сегодня выбить тачку из казино. Конечно, я был готов уже зайти в 7 утра и в 8 утра, но что-то мне не терпелось. Ведь, кто не знает, тачки, я не знаю почему, но это реально факт, это статистика, что больше тачек попадает утром. Вот реально. 7, 8, 10 утра. Дальше уже другая тачка. Но, как вы видим, сейчас, к сожалению, крутится Lexus, LX570, который мне не особо, конечно, нравится. Я уже так говорю, типа я его выбил. Здесь Феррари там крутится, Бугатти, не Бугатти, Хурики, не Хурики, иногда Веста даже крутилась, да-да-да, ладно. Попытаемся выбрать вот эту вот тачку. Пришел я специально утром, и сегодня с моим везением, в том, что день рождения, плюс карма, плюс колпак, я думаю, должны зарешать. В принципе, я выделил на сегодняшний ролик. Надо по-бырому говорить, а то, блин, я сейчас буду говорить долго, и этот ролик будет минут на 30. Я выделил 5 миллионов, это 500 тысяч фишек. Охренеть. Ну что, на удачу, да, давайте открываем и будем верить в то, что вы... Ну не знаю, но есть какое-то чувство, у меня место... А, да, у меня одно место есть как раз таки. Я буду верить реально, что что-то выпадет. Так, начинаем неплохо. Это 10 прокрутов. Я не буду по два раза крутить, просто 10 прокрутов бахнем. Второй прокрут. Ну, первый окупился на 30 тысяч. Мы получили нихера. Хорошо, что челики не крутят, потому что если они будут крутить, они у меня заберут там 200. А, кстати, мне же ничего еще не попадало. Это второй прокрут. А видите, что у меня фишки забагались? Я не знаю, что я решил развлечься. Видите, что у меня фишки забагались? У меня было 500, я прокрутил один раз, было 450, а сейчас 350 было. Это третий прокрут. То есть 150, то есть... Блять, вот сейчас... Он сейчас крутанет, и ему выпадет что-то пиздатое. Потому что мне два раза выпало ничего, и 300 тысяч. Ему сейчас выпадет либо попытка, либо еще спин. Не, а ему 6 фишек. Сука, как меня бесит такие челы, которые подходят. Конечно, я сам являюсь тем человеком, который подходит и кручу в самый подходящий момент. Но, блядь. Который выжидает вот так момент, чтобы прокрутить. Сука. Блять, что за херня? Почему я не могу просто стать и херачить, а? Бля, что-то я с более оптимистическим каким-то настроением, если честно, заходил сюда. Прям очень. Пиздец, три раза ничего, я в ахуе. И сейчас чел будет крутить. Сука, надо было в 7 утра приходить, когда никого не было. Отвечаю, просто отвечаю. Ему еще спин выпал, охуенно. Давай. Давай хотя бы, ну, 100 тысяч фишек. Ну, по-братски, блядь. Сколько раз крутанул? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз я крутанул. Блядь, в тачке вообще не догадался.
Бля, они что, процент пофиксили? Ну, блядь, я когда открывал на 5 миллионов, мне только два раза ничего выпадало. Там выпадали фишки. А сейчас какая-то залупа вообще. Так сижу в ахере в колпаке, блядь. Еще скин. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз я крутанул. Шмот. Бля, что за залупа падает? Ни разу не выпало ни 900 тысяч, ни 100 тысяч. А, знаете почему? Наверное, из-за того, что чел один крутил в часов 8 утра где-то. Ему там выпало два раза по 900, два раза по 200 тысяч фишек. Ничего, я в ахуе, просто в ахуе, реально. Давай, что-то, блядь, нормальное. 200 тысяч фишек. Пусть там. Не, ну так можно, конечно, и миллионы сливать, отвечаю. Как только добавили F40, чел... Наконец-то, блядь, хотя бы что-то. Как только добавили казино, челы приходили и просто выбивали... Ой, как выбивали? Тратили по 100 миллионов и не выбивали тачку. Так что, это гребаная фортуна. Вот, в принципе, блядь, 100 тысяч поднял. И сейчас въебу их. А в принципе, я думаю, мне не жалко. Все-таки один раз в году такая херня. Я хоть запись начал? Если бы запись не начал, ему я бы угорал. Ничего, да вы заебали. Последний, пацаны, раз. 7 минут я уже насмотрел. А мне лямчик. А мне 5, блядь. Шесть слитков голды. Я понял. Короче, пацаны, что же у нас вышло? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать раз. Где-то мы раз 12-13 прокрутили. И мы вернули лям по слиткам. И нам дали бирюзовые джинсы Versace. Ну ебать, ну стиляга теперь. Доволен ли я? Вообще нет, бля... Вот я прям реально я чувствовал, что мне, сука, что-то сегодня выпадет. Чё, мне кейсы в CSGO не открывать? Я же кейсы хотел открыть. Ебать страшно. Короче, да, переходим к следующему серверу. Опа, и мы уже оказались на CCD Planet GTA 5. Все как всегда. Конечно, сервер уже давно умер, нахера я сюда захожу, я не знаю. Короче, как вы помните, на CCD можно открывать кейсы. И нет, я не ебанулся, я не сдонатил кейсы, я буду просто обычные кейсы открывать, ну, потому что зачем мне донаты открывать, блядь, денег нет, некуда, блядь, выкинуть или что. Я буду и в КС-ке кейсы открывать, ладно, шучу. Короче, как вы знаете, есть бесплатный кейс, кейс за уровень, который я открывал до хера раз, реально, я открывал 1600 с чем-то на стриме, где-то месяц назад, еще открывал зимой там 500. Еще там 200 было. Ну, короче, блядь, дохера я открыл кейсов. И мне гелик, как вы поняли, не выпал. Вернее, не поняли, а помните, вот. Мне гелик не выпал. Именно сегодня у меня есть 176 кейсов. Я буду надеяться на удачу. В принципе, я на нее надеялся уже на смотре. И она мне не помогла выбить LX. Вообще любую тачку с казино. Это капец, блядь. Это отбылы бы было, реально. Пытаемся хотя бы гелик выбить на GTA 5. CCD, конечно, нахер он мне нужен, я не знаю. Ведь денег выше крыши, я не знаю, куда их девать, но попытаемся. Просто у меня есть 176 кейсов, и у меня есть. Кстати, запомните, на... Бля, я там, наверное, на монтаже посмотрю, сколько у меня денег было. А то я забыл их поставить на банк, чтобы потом посмотреть, сколько же я всего заработал. F10 уже, кстати, вроде не работает. F11. Да, уже не пишется кейсы вроде. Ибо я не туда нажимаю. Типа два варианта. Ну, короче, я думаю, по фасту мы сейчас их откроем. Так и думаю, мне гелик не выпадет. Если выпадет, будет прикольно. Но мне он, скорее всего, не выпадет. В принципе, я не знаю, наверное, поставлю эту херню на перемотку. Или, наверное, сейчас... Или, наверное, сейчас с вами пообщаемся. Вот. А, кстати, по поводу последнего ролика по CCD, в котором я сказал, что сервер умер. Многие говорят, типа,
А типа, это сервер не умер, там модераторы, разработчики там делают его, перерабатывают код, переписывают все с нуля. Типа, Эван, что ты гонишь? Типа, не можешь подождать? Типа, полгода подожди, блин, а как в МТА? Ну, в МТА так редко обновления выходили. Типа, они говорят, переписывают код. А что они делали год назад, типа? Они год просрали, они почти ничего не добавили и опять открылись. Я не знаю. Говорят, переписывают код. Кто-то говорит, что один из разработчиков из Украины, типа, из-за этого он не может, как бы... продолжать разработку сервера, но мне кажется, это бред. А, кто-то говорит, это вы все виноваты, это вы не хотите играть, это вы виноваты в том, что сервер умирает. Я такой, ну да. Я говорю, так, пусть админы что-то делают, добавляют какое-то обновление, либо что-то еще они говорят. Я говорю, типа, нечего делать, прям реально. Они говорят, типа, ну как это нечего делать? Если нечего делать, сделай сходку, сделай мероприятие, типа. А то все на админов как бы гоните. Типа, сделайте вы. Огураю просто, реально. Фух, это сколько времени ушло, чтобы открыть из 176 кейсов, я реально уже устал их открывать. Хотя их 176, я не представляю, как я... А, я 3 часа открывал. Лямчик. Курва. Я 3 часа открывал 1600 кейсов. Что я могу сказать? По предварительным данным, я где-то поднял 7 лямов. 7 лямов за 176 кейсов, это в принципе неплохо. Даже 7, мне было 5, сейчас 12, ну да, где-то 7. Но в любом случае увидите на монтаже количество уровней, которые я поднял, и количество денег, которые я поднял. В принципе, давайте заедемся, ладно, похуй. Купил какую-то клячу, которая не едет, отвечаю. Короче, пацаны, на этом CCD все. Открыли кейс, ничего не выбыли, все как всегда. И следующий у нас на очереди Радмир, так что погнали. О, Эван, привет. Артем Флоу, тебе большой привет. Сегодня без вебки, Радмирчик без вебки, потому что сегодня, честно говоря, 14 июля. Спустя 2 дня я дозаписываю этот ролик. Хотя ролик о дне рождения должен выйти на день рождения. Но вы понимаете, что на день рождения вечером что делать правильно? Сажаются за стол, кушают, празднуют. Вот, поэтому я праздновал 2 дня день рождения. 2 дня, у меня не было возможности записать этот ролик. Поэтому сейчас мы откроем пару контейнеров. И у меня еще было заранее записано пару контейнеров. Мы, в принципе, их добавим просто в конец. Поэтому, let's go. А, у меня, кстати, еще одно место, бля. Мне вот сказал Назар Ред, что за 500 кейс, который добавили штор, ой, говорю штору, этот, Порш, выпал только один Порш за все время, хотя уже пол июля прошло. А Верона и F40 по 8 кака гос, и продаются от 5 до 7 миллионов. Неплохо, неплохо. Спасибо, Квест. И Сахарочек тебе тоже спасибо. У меня тоже вопрос, зачем я на 5000 перебил, если я мог на 1000 перебить? Бля. О, ну, Сашка стоит 1030, 27. В принципе, не такой большой. Клоунский нет и заглушка РБ. Просто между тем и тем. Ладно. Накрутили мне цену 28. S2000. Бля. Пневмо полицейский. Минус двадцатка. Не, как плюс, что-то не то. Не то, говно, говно. Блин, еще слива. Заглушка. Блин. Должно сыпануть. Чувствую. Блять. Ну, глянец. Да вы шо гоните? Типа, я пришел в день, когда шторы не падают или шо? Впервые вижу столько людей, ну, вернее, не на гаражах впервые людей, а столько людей и адекватная очередь, что никто никого не перебивает. Охуеть. Ебать, буду... 33 тысячи x2. Пневмо, страба, полицейский. Не, ну я продам, зачем мне надо. 33 тысячи, изи, x2. Ебать, золотая нахуй. Я в минусе.
Пневмо. Сука, придется поехать сдать. Ладно. Две сто, шесть сто, пока. Сердечко-то бьется, пиздец. Заебись. Эбу. Стробы. Рек. Ну, пойдет, блядь. Забрать. Охуенно. 1200... Ой, как же 1200. 1 260 000. Сливаю ее. И еще дадут 1150 сверху. Пока, нахуй. Короче, пацаны, это мой второй аккаунт в CSGO. Вот, который я восстановил спустя 6 лет. Я накопил за 6 лет, вот столько, вернее, за 5 лет в CS, вот столько дропа. У меня есть 2 кейса. Я буду очень сильно надеяться, что оттуда что-то выбью. Но этот кейс стоит... Сколько он стоит? Я уже забыл, если честно. Я точно знаю, клатч стоит... Это 2,50 гривен, этот 9, ну почти 10 гривен. 12 гривен, на счете у меня 155 гривен. И, пацаны, очень опасная штучка. Штучка, о которой я реально мечтал. Еще когда ходил в школу, типа, чтобы когда-то я все-таки открою эти кейсы. Я всегда смотрел, а мне не хватит на капсулу, да? Я считал ключи по 70, а не по 75, бля. А продать я ничего не могу, потому что мне трейдбан. Как же приятно смотреть на экран, а не на видос в Ютубе. Хотя на видосе в Ютубе тебе тоже так сердце бьется, хотя это не твои деньги, тебе вообще глубоко пофиг. А сейчас это мои деньги. И у меня есть кнопка открыть контейнер. Пожалуйста, можно мне что-то, ну хотя бы, чтобы в ноль уйти. Пожалуйста. Сейчас одной клавишей уходит 80 гривен. Раз, два, три. Бля, капец! Погнали, 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 погнали. Стой! Звездочкой. Ну, сука, без звездочки, но хотя бы фиолетово. Типа, это уже приятнее, чем... Блять, а, подожди, а какой? После полевых. А какой флот? 0,24, бля, херовый, такой мы почти в после полевых залезли. Сколько он стоит? Гривен 8. Потратил 80, взял сколько? 8. Минус 80. Ну, минус 70 гривен. Ладно, это не важно. Вот здесь просто дорогой дигл, который очень красивый, и дорогой калаш, который тоже очень красивый. Давай. Нихера. Просто нихера, это пи***. Мне какая-то херня выпала за 2 гривны, отвечаю. Рубль 63, сука. Рубль 63. Решила ночью открыть еще 3. Давай, трогай. Удачи. Ну, удачи, удачи. Залупа. Даже не статрек. Все, она так плохо. Тебя прямо за воду. Прямо за воду. Блять, можно вот эту хуйню? Я буду уже рад. Я даже не знаю, сколько, кстати, у нас стоит. Ебать. Ничего даже не пролетаю. Пиздец, блядь. Просто на воду. Окей. Зайди, может, в карты, карты выпадают тоже кейсы. Ой, оружие, типа. Давай. Блядь. Блядь. Пизда. Ну что, пацаны, побродили мы по серверам, по играм.
Нигде нам не повезло, к сожалению. Но я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Если вы после просмотра этого ролика захотели как-то меня поддержать, все необходимые ссылочки я оставлю в описании. Ну а так, по минимуму поставьте хотя бы лайкос и напишите какой-то комментарий. Ну, конечно же, подпишитесь на канал. И колокольчик, чтобы всегда не пропускать мои новые ролики, как бы, и смотреть их всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.